Где-то в небо летят воздушные шары, здесь вверх подбрасывают фуражки. Так прощаются со школой летной. Поздравляем вас, воспитанников! Ура! Лица выпускников меняются на глазах. Вчерашние школьники сегодня уже взрослые, уверенные в себе молодые люди. Никита Марухин с детства знал, кем станет в будущем. Для него выпускной – это отправная точка в профессию. С детства я мечтал связать свою карьеру с авиацией. И в конце 9 класса я начал подбирать вузы, куда мне поступать. И мой взгляд пал именно на барнаульскую школу-интернат, так как она уже не первое время выпускает достойных людей в Краснодарское высшее военное. Именно почему я выбрал не гражданскую стезю, а военную, потому что служба Родине – это превыше всего. Последний звонок важен не только для выпускников, но и для педагогов, конечно же, родителей. Свои эмоции они не скрывают. Радостно, приятно, большая гордость, конечно. Слезы счастья и грусть расставания – вот что объединило 25 мая почти 700 школ края. Исключением не стала и 45-я Барнаульская гимназия. Здесь провожал выпускников во взрослую жизнь министр образования. Главная задача наших выпускников и, соответственно, нашей тоже работы – подготовить их к хорошей сдаче итоговой аттестации. То есть создать все условия и в общем образовании, и в дополнительном образовании, чтобы они у нас получили наивысшие баллы на итоговой аттестации, либо предварительно в 10-м, в 11-м классе участвовали во множестве олимпиад, которые входят в перечень Министерства просвещения, и получали право и возможность поступать в лучшие вузы нашей страны. К слову, ответственность за все, что еще предстоит, осознают и сами выпускники. Впереди сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ. Это был трудный эмоциональный день. Мы хотим пожелать всем выпускникам, чтобы они поступили и пошли работать туда, куда они хотят, а не туда, куда их заставляют идти. Вот. И удачи всем. Да, хороших вариантов на экзаменах, удачной сдачи ЕГЭ, а главное – здоровья. Запустить в небо воздушный шар – заветное желание исполнено. Никита Марухин – выпускник летной школы, Дарина – выпускница 45-й гимназии, а также тысячи других школьников России и Алтайского края стали еще на один шаг ближе к своей мечте и к взрослой жизни. Остается лишь пожелать им удачи на этом долгом и интересном пути. Елена Кузовкина, Антон Васильев, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.